Привет, друзья! С вами снова Андрей Кондрашов. И сегодня мы будем говорить об угонах автомобилей марки Audi. Очень часто от автовладельцев данной марки слышу, что у меня малоугоняемая машина, да их практически не угоняют. И действительно, если мы посмотрим статистику угонов за 2015 год, марка Audi заняла всего лишь 19 место в общем рейтинге. Казалось бы, очень далеко от первого места. Однако в сумме автомобилей было угнано чуть более 400 по России, 100 из которых приходится на московский регион. В основном подвержены угону автомобили Audi A4, Audi A6, A8 модель и кроссоверы внедорожник Q5 и Q7. Угоняют в основном автомобили от 3 до 5 лет с целью перепродажи на вторичном рынке. Ну, соответственно, кузова 80-й и 100-й в основном идут на рынок запчастей. Давайте в этом ролике посмотрим, насколько просто открывается сама машина и какое оборудование существует для обхода штатной системы, чтобы понимать, какие риски несет автовладелец ничем не защищенного автомобиля. Автомобиль Audi Q7. Открыт. Закрываем. Уносим ключ, чтобы кейлос система не работала. Проверяем. Открыть нельзя. Берем волшебный инструмент. Замок открыт. Четыреста автомобилей за год.
Теперь поймите, что очень сложно объяснить автовладельцам, что у них была малоугоняемая машина. В следующих выпусках я затрону угоны различных других марок автомобилей. Подписывайтесь по этой ссылочке на мой канал. С вами был Андрей Кондрашов. До встречи в следующих выпусках.